Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Овер, и мы продолжаем играть в Hard World на сервере Hard Go. В прошлой серии, ребята, я остановился на том, что построил себе вот такой небольшой домик. Сегодня, ребята, я бы хотел его немножко обустроить, сам приодеться и сходить, наверное, на завод полутаться, потому что я там еще ни разу не был вообще за всю историю игры на этом сервере, поэтому... Ну, разумеется, после моего начала, после вайпа, как я начал записывать видео. До этого я, конечно, здесь был, ходил на заводы, вот. Поэтому я сегодня думаю подготовиться к походику, к такому небольшому, и сбегать до завода, посмотреть, может быть, там что-нибудь будет. Вообще, ребята, для начала я бы хотел сейчас сделать себе новый ящичек, потому что у меня вообще не было ящика, а вещи надо, ресурсы куда-то складывать. Поэтому мы заходим в механизмы, и вот здесь хранительный шкаф, да, или как хранение грудь называется. Только надо, я забыл сделать, ребята, ниточки, а ниточки теперь делаются материал. Ну, в принципе, они так всегда и делались. Материалы, и делаем ниточки. Сколько там, 10, да, по-моему? Ну, сделаем ниток побольше, потому что еще на вещи нужны нитки. Пускай их будет, ну вот, сделаем, сколько сделали, 50, отлично, хватает. Получается, механизмы, вот так, и создаем. Вот, также, ребята, надо будет сейчас сходить добыть немножко ресурсов, именно дерева, потому что надо будет скрафтить... Так, а как бы мне его поставить так, чтобы он не особо много места занимал? Ладно, ребята, прям вот так вот и поставлю, наверное, на входе. Скину сюда все пока ресурсы, которые мне не нужны. Вот. Поскидываю. Так, апельсин, в принципе... Ну, давайте лучше можем посадить пока. Потому что еда нужна, вот, поэтому делаем апельсинчики. Вот, пока, ребята, я пойду для лука, по-моему, нужно сколько там стрел? Дерево, я не помню, по-моему, 40 или 50 оружия, простой деревянный лук. Да, 50 нужно дерево, вот, у меня, в принципе, немножко есть. Я пока поставлю, ребята, сделаю костер и поставлю на переплавку железо. Вот, и сделаю себе железные кирки, железные топоры и так далее. Вот, поэтому надо сделать сейчас костер, рукоделие. Костер. Делаем костер. Туда надо сейчас уголь сразу закинуть, потому что, по-моему, с деревом не переплавляется. Заодно дерево выну оттуда. Вот, так, вынимаю дерево. Добавляю туда уголь. Угля как раз-таки у меня хватает, в принципе, я думаю. Свет. Так, где? А, по-моему, вот тут у меня. Да. Отлично, вот здесь переплавка, все, ребята, а я побежал, так, ну, в принципе, нормально, я побежал, пока вот у меня жар, я пойду подобываю немножко ресурсов, мне не хватает, в принципе, сколько дерева, немножко совсем надо понадобывать, чтобы сделать хотя бы, ну еще на стрелы, ребята, сейчас я понадобываю на лук и на стрелы дерево, также я сделаю себе ботинки и, возможно, какую-нибудь, ну, потеплее одежду, потому что надо будет бежать, я думаю, там еще холод будет, поэтому возьмем с собой ресурсы для костра еще надо будет, поэтому понадобываем сейчас дерево, кожи, вот, поубиваем оленей, мясо, то есть, ну, нормально, сейчас полутаемся на вот этой поляне и добежим с вами до завода, посмотрим, возможно, там что-нибудь будет, вот, ну, я во всяком случае надеюсь, что хотя бы хоть что-нибудь я оттуда вынесу, хотя бы, ну, на самом деле, даже те же стрелы мне бы были, ну, вообще, очень пригодились, хотя, на самом деле, невыгодно бежать на завод и нести оттуда только стрелы, потому что намного выгоднее все это время потратить на добычу ресурсов, но добывать просто ресурсы, ребята, неинтересно, конечно же, интереснее посмотреть, что на заводе, вдруг там какой-нибудь двигатель, колеса, а это очень ценится, тем более надо будет делать машину, я думаю, поэтому, ребята, побежим именно на завод сегодня, я вот решил, вот, я думаю, вам будет наоборот, очень интересно, вместо того, чтобы смотреть, как я добываю ресурсы, да, посмотреть, как там, может быть, что-нибудь я найду интересное. Ну, я, во всяком случае, надеюсь на это. Вот, а пока добываем, ребятки, ресурсики. Счет только оленей я вот не вижу. Я хотел бы еще оленей поубивать, потому что мне нужно мясо и нужна кожа. Вот, кожа мне нужна... Так, ну, в принципе, железа пока хватает. Я не буду добывать, потому что очень долго добывается каменной киркой. Вот, нужно именно железное добывать, чтобы было бы это все побыстрее, и, блин, вон олени, отлично, вот там олени, сейчас бежим вот в ту сторону, поубиваем олени, потому что кожа нужна, ребята, да, для, я бы хотел скрафтить какие-нибудь, ну, потеплее вещи, действительно, потеплее, плюс ботинки надо сделать, поэтому, и смотрите, вот я хотел кожу, да, выбить, и кожа вообще не выпала, интересно. Очень интересно. И опять не выпало. Но мясо тоже я буду складывать. Мясо тоже надо покушать. Так, и что? Вот, наконец-то кожа выпала. И что еще? И сухожилие. Сухожилие тоже, в принципе, нужно для ниток. Но сейчас очень много ниток, на самом деле. По-моему, раньше, до обновления, одно сухожилие равнялось одной нитке. А сейчас вот одно сухожилие — это 5 ниток. Ну, то есть очень много. Поэтому ниток хватает, ребята. Так, давайте убьем еще вот этого оленя.
и подобываем дерево, потому что вот тут где-то было. Так, я вот не знаю, съесть сейчас мясо или подождать. Не, давайте сейчас прям съем, потому что если я буду ждать, оно может испортиться, а это не очень прикольно. Потом на обратном пути по дороге домой еще добудем немножко мяса, вот, а пока подобываем дерево. Сколько у меня уже? 67. Ну, не хватает еще на стрелы дерева, в принципе, ну, нужно побольше немножко. Давайте я еще чуть-чуть подобываю этого дерева. Также вон там глина, я пойду сбегаю, добуду вот там вот глину и вот там, потому что глина это такой очень редкий, на самом деле, его постоянно не хватает, но он как бы сам по себе не особо редкий, но его постоянно не хватает этого ресурса. Глина и известняк, это прям вообще для строительства дома... Когда не хватает, это прям очень печально, начинаешь искать, не можешь найти, а еще падает по одному там известняку или по одной глине, и, короче, ну, не хватает прям ресурсов, поэтому надо добывать вот такие вещи, вот, ну, очень долго, тем более каменная кирка, ребята, кирка, вот, и очень это все долго, еще вот туда добежим, добудем, ну, я думаю, смотрите, стрелы мы сделаем с вами из, по-моему, железа, там можно еще стрелы делать, ну, посмотрим, в общем, как там будем делать стрелы. Главное, чтобы нам хватило дерева. В принципе, дерево сейчас это такой основной ресурс, который мне сегодня нужен. Вот, ну, помимо, конечно, кожи и, ну, и, по-моему, все. Кожа, да, и железо мне сегодня будет нужно к моему походу. В принципе, я приготовлюсь. Так, возьму еще обязательно, ребята, надо будет взять с собой ресурсы для костра, потому что можно, может начаться обморожение. Я буду очень долго искать, смотрите, опять глина. Вот это да, надо добывать, пока вот она есть, потому что потом ее может не быть, когда она мне нужна будет. Вот, может начаться обморожение, я просто не смогу найти под рукой ресурсы и просто, ну, умру от холода, это будет не очень здорово. Вот, поэтому надо подстраховаться и будет взять с собой прям. Прям все будет, надо с собой взять. И еды, ребята, еще надо будет, конечно, обязательно взять еды. Там, я думаю, апельсинчики подспеют, ну или хотя бы по дороге, в принципе, можем поохотиться. Вот, это не такая уж и большая проблема. Поэтому, ребята... Еще немножко дерева подобываем и бежим домой. И бежим домой. Я думаю, там уже, кстати, железо к этому времени хотя бы половина точно должна была переплавиться, а может быть даже и все. Если угля, конечно, хватило. Но я думаю, хватило, потому что железо у меня там было 25 штучек. Это не так много. На 9 угля, я думаю, там даже еще уголь горит сейчас и просто впустую прогорает. Вот, давайте добываем последнее, наверное, дерево. Ну, почти соточку. Вот, я думаю, этого хватит. Вот, ну, по идее, на первый взгляд, ребята, мне хватит. Не знаю, как там, если что, по дороге уже как-нибудь добудем, вот. И там, если что, ну, как-нибудь уже выкрутимся. Но я думаю, что 100 дерева должно хватить. Но кожи у меня очень маловато, на самом деле, кожи. Поэтому, не знаю, не знаю, ну... На самом деле, я бы хотел сделать шмотки потеплее, потому что опасно все-таки идти. Я, ну, как бы еще новичок на этом сервере, можно так сказать. И для меня поход даже на завод это открытие такое, потому что на других серверах на завод можно бегать просто, знаете, по КД, а здесь я еще новичок, ребята, поэтому мне здесь очень опасно это все делать. И, ну, первый поход, ребята, можно так сказать, поэтому надо подготовиться к нему. Давайте, ну, да, не созрели, еще очень долго на самом деле. Так, открываем дверь, надо сразу погасить, а то я сейчас тут сгорю. Все, 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 выгорание топлива, надо будет выбежать, потому что сейчас я просто-напросто смогу сгореть. Просто очень легко. Так, а я еще хотел, ребята, знаете, что сделать, чтобы было удобнее подниматься? Надо будет сделать вот такой вот рамповый фундамент, чтобы можно было легко заходить ко мне домой. Так, забираем апельсины. Ребята, как раз, как я и сказал, инвентарь, кстати, полон. Блин, я же хотел еще сделать этот рюкзак, ребята, но мне не хватает кожи. Здесь я, конечно, ничем не могу сам себе помочь, потому что, ну, надо было добывать кожу из оленей, но оленей было очень мало, ребята. И тем более времени не так у нас с вами много. Я бы хотел эту серию посвятить не добыче ресурсов, а именно походу на завод, поэтому... Поэтому как-нибудь, наверное, в другой раз уже придется добыть. Ну, возможно, по пути, да. Возможно, я по пути поубиваю еще всякого зверья, кабанов и так далее. И с них уже попадает, может быть. И поэтому... О, все, костер погасился. Надо будет досажать сейчас эти семечки. Давайте посадим. Вот, думаю, ну, с кабанов, ребята, я не договорил, повыпадает. Там очень много с них кожи, потому что, ну, кабанов действительно очень много, особенно на заводе и по пути. Вот, они еще будут встречаться нам и мешаться с вами, поэтому... Так, что я хотел? 28 кожи у меня есть. У меня есть вот так. Давайте я сейчас просто все ресурсы сложу, чтобы, ну, как бы ориентироваться было полегче. Так, ребята, я хотел сделать... что? Я хотел сделать себе... Давайте лук. Сразу начнем просто вот как планировалось. Сделаю лук. Вот. Так, теперь я хотел сделать себе... берем железо. Каменную
кирку и каменный топор. Это у нас, ребята, находится в инструменты. И здесь железная, точнее, железная кирка и железный топор я хотел себе сделать. Ой-ой-ой, как же это очень дорого стоит, ребята. Настрелы-то я не оставил. Настрелы я не оставил. Наверное, смотрите, каменная кирка. А где каменный топор-то? А, вот железный топор, 20 дерева и янтарь. Ну, давайте уже сделаем, раз уж я начал делать себе все железное, поэтому давайте. Так, ребятки, продолжаем. Я сделал себе вот железный топорик, в принципе, как и хотел, но не осталось дерева на стрелы. Давайте посмотрим, как вообще там стрелы делать. Я давненько их уже не делал. Это у нас боеприпасы. Стрелы, смотрите, 5 стрел. Так, здесь 5, а здесь 10. Ну, в принципе, я могу сделать себе 10 стрел хотя бы. Хотя бы 10 стрел, давайте я еще выбегу. У меня вот здесь рядом с домом постоянно спавнится бревно. Отлично, я вот думаю, сейчас 20 стрел хотя бы себе сделаю. Ну, чтобы хоть как-то отстреливаться, вот, в принципе, должно хватить на 20. То есть 10 уже есть, и еще 20. Ну, и еще 10, получается всего 20. Давайте я скину, вот так. И сделаем. Все, 20 стрел, я думаю, в принципе, должно хватить, потому что у меня еще есть хотя бы железный топор, он уже посильнее бьет по кабанам. В принципе, я не должен умирать от этих кабанов. Так, теперь я хотел, ребята, сделать себе одежду. Начнем, наверное, с... Так, кожа. С ботинков, потому что у меня нету вообще никаких ботинков. Там я видел вот такие заодно железо, какие-то ботиночки были. Так, и где же они находятся? Вот они. Вот, крафтим вот эти ботинки. Они, в принципе, хорошие. 5 защиты от холода в секунду. В принципе, нормально. Я думаю, мне подойдут. И давайте посмотрим какую-нибудь кофту. Потому что у меня футболочка, она не очень. Она вообще от холода почти не защищает. Штанишки тоже такие себе. Так, что тут есть покруче? Давайте посмотрим. Вот, ну тут, ребята, да, надо 40. Так. 5 защита, а у меня 2. Ну, в принципе, не особое отличие такое. Вот. Давайте лучше посмотрим тогда на волосы, что можно сделать. Я вот думаю, ушанку, она дает 5 защиты от... Вот, да-да-да, делаем шапочку-ушанку с вами. Или давайте посмотрим, может быть, что-то получше есть. Тоже 5 и... Ну, давайте вот так. Ушанка, она хоть выглядит поприкольнее. Вот, поэтому сделаем ее. Но, к сожалению, мне, ребята, все равно не хватает на... И рюкзак, хотя можно было сделать, наверное, другую шапку, еще бы на рюкзак хватило, но не так страшно. Я думаю, в принципе, по дороге еще раз набью себе на рюкзак, потому что, я думаю, особо немного лута вынесу с этого похода. Так, строительный молот, ребята, мы, наверное, с вами оставим. Вот так. Что еще я забыл взять? Забыл взять еду. Обязательно надо взять еду и... так, надо взять дерево и кремний. Это на... Так, я думаю, вот так нам хватит. На 3 костра, по-моему, нужно... Да, на 3 костра. То есть и по дороге добудем дерево. Думаю, дерево добыть это не проблема. Сразу я, ребята, поем, скорее всего. И возьму просто с собой апельсины. Вот, чтобы они как бы... Ну, на всякий случай у меня лежали. Так, надо посадить. Нифига себе, сколько выпало этого. Семян, ребята, посадим. Сажаем. Семечки. Так, уголь зачем я взял? Ну, на всякий случай, если что, в костер тогда кинем. Вот. И думаю, 3 апельсинчика сейчас схаваю. Даже вот так. 2. И остальные просто возьму с собой. Все, ребята, в принципе, я думаю, можно уже выезжать в поход. Только, ребята, я что-то забыл, куда надо бежать. Давайте я выбегу, посмотрю сейчас, в какую сторону, налево, направо там надо бежать. Так, куда я вообще выбежал? Почему не к дороге? Так, а, все. Да, вот, ребята, в ту сторону надо бежать. В принципе, сейчас по дороге будем добывать дерево. И также будем фармить мобов. И там, смотрите, там что я вижу, ребята? В этом доме стоит эта дрель, да, по-моему? Интересно, этот дом, что ли, зарейдили? Я могу сейчас просто прийти и сломать и забрать эту дрель? Подождите, ребята. Интересно. Или это просто окно? А, да, ребята, это просто окно, и я там увидел дрель. Я уж думал, знаете, что зарейдили дом и дрель оставили. Думаю, сейчас приду, пропишусь в тотеме, заберу с собой это все. Но, к сожалению, нет. Так. Это я, ребята, фармлю на
на костер, вы не подумайте, все. В принципе, на один костер уже хватает, поэтому можно бежать спокойно дальше уже. Вот, ну, облутаем РТ, что сегодня выпадет, что не выпадет, там я, ребята, честно, не знаю, посмотрим. Вот, но по дороге все равно хотелось бы пофармить все равно ресурсики, мобов и так далее, поэтому бежим. Вот, ну, я, в принципе, надеюсь, что, ребята, хотя бы, ну, какую-нибудь краску я там, ну, на будущее уже себе добуду или еще что-нибудь. Так, 20 стрел у меня есть, а то я думал, что уже стрелы забыл. Нет, отлично. Главное, что есть стрелы, это очень хорошо, потому что мало ли какой-нибудь парень прибежит, бичик, да, или какой-нибудь кабан невзначай там начнет бить, а у меня не будет топора под рукой, всегда спасает лук. Поэтому бежим, ребята, с вами по дороге. Главное, что я, чтобы я бежал в ту сторону. По-моему, от арки надо бежать вот все время направо. Налево я уже как-то бегал здесь, и поэтому... Ну вот путаюсь, видите, у меня 100 с чем-то часов в игре, ребята. Это, ну, очень много. А карту я до сих пор не выучил. Не знаю, с чем это связано, ребята. Вроде и память у меня нормальная. Ну, просто как-то, знаете, не запоминаю, и все. Вот, ну, так даже, наверное, интереснее играть, когда карту не до конца выучил, еще что-то для себя там новое открываешь. В принципе, я уже могу ориентироваться по карте, да, но не так, чтобы прям идеально все это было, поэтому... Ну, я думаю, туда бегу, по-моему, да, ребятки. По-моему, надо направо от этой арки бежать, вот. Еще буря началась так неприятно, еще ничего не видно, мало ли кто-нибудь пробежит мимо, а я сейчас не замечу. Это будет очень-очень печально. Поэтому добираемся, ребята, с вами до этого РТ. Блин, я все-таки надеюсь, вот... Просто ставьте лайк, ребята, если вы тоже надеетесь, что мне сегодня там, ну, что-нибудь я найду. Какой-нибудь ящичек, в котором будет очень какой-нибудь прикольный рез. Ну, хотя это маловероятно, на самом деле. Хотя, ребята, вот сам противоречу тебе, потому что после обновления действительно, ну, найти какие-нибудь колеса или двигатели для квадроцикла стало намного проще. Ну, действительно, реально намного проще. Это стало, ну, просто... Очень часто дропаться, многим уже повыпадали эти двигатели на квадроциклы, и нам на другом сервере, там с Олегом, тоже очень много на самом деле падало вот этих двигателей, колес и всего-всего, поэтому я вот сегодня неспроста надеюсь, что что-нибудь да я найду, потому что я сейчас играю в такое время, когда онлайн небольшой, и я думаю, что даже вот этот начальный РТ не залутают, потому что, ну, мне кажется, что в это время, на самом деле, народ, ну, не лутает, а, скорее всего, дома спит и просто, ну, как бы, ресы, может, добывает, и, ну, потому что время действительно позднее, ребята, поэтому... Блин, я все-таки надеюсь, что... Ну да, я, по-моему, бегу туда, тут сейчас будет такая большая поляна, мне ее надо будет пробежать, и за ней уже, по-моему, будет наш с вами РТ. Смотрите, там какие-то постройки, нифига себе, какие большие построечки. Кто-то уже, видите, развивается в полную силу, я не помню, это было, вот, когда я начинал здесь играть или не было. Но у меня, ребята, пока маленький домик, но я думаю, что в следующей серии... Опа, опа, ребята, видите? Видите? Мины. Сейчас бы наступил. Кто-то просто расставил мины, ловушки. Это вот, смотрите, обновление. Это я сейчас чуть ли не наступил. Я еще думаю, что это такое впереди, блин? А это вот ловушечки, оказывается. То есть здесь народ, ребята, хитро играет. Хорошо, что я не наступил, потому что, ну, неприятно мне бы было. Я не знаю, умер бы я или нет, но было бы точно неприятно, а неприятности мне не нужны. Вот. Что я хотел сказать. В следующей серии, ребята, скорее всего, будем отстраивать дом. Ну, даже не дом, а, скорее всего, какую-нибудь базу. Возведем стену, забор и построим второй этаж. Сделаем, ну, красивый дом. Я подфармлю ресурсов, побегаю, там, понадобываю. Я думаю, вам не будет особо интересно, да, как я буду добывать ресурсы. Поэтому это я все сделаю уже потом. А пока, ребята, бежим до РТ. Но я, по-моему, правильно бегу. Я надеюсь, что я сейчас, знаете, не пробегу 500 тысяч километров и обломаюсь, потому что пробегу не туда. Да нет, по-моему, вот за тем поворотом уже должно быть РТ, а рядом с тем РТ еще где-то там шар должен быть. Поэтому, по идее, я бегу верно. По идее, я бегу в верном направлении. Вот такие вот домики. Я, кстати, всегда мечтал почему-то жить на горе. Не знаю, почему я не построился именно на горе. Потому что, когда ты выходишь, знаете, из дома, выходишь вот дом, когда на горе, да, на скале именно. Вот когда прям на камне вот на таком ты выходишь, и тебе открывается просто офигенный вид. Ты просто, ну, охватываешь, знаете, огромную территорию. Ты смотришь так и думаешь, блин, вот это красота. Так, давайте оленя сейчас с вами. Оп. Вот просто, я обожаю железный топор, потому что он в голову оленя с первого удара убивает, и олень ничего просто не может сделать, ничего. Все, отлично, ребята, я бежал правильно, то есть карту я выучил, поэтому отлично, смотрим. Пробежал я на этой РТ, сейчас, по идее, где-то здесь должно быть уже мне холодно, потому что, ну, шмот у меня не особо такой прикольный, но хотя бы есть шапка, ребята, хотя бы есть шапка, ботинки.
Так бы, если бы я еще и без ботинок был, я бы и медленнее бежал, потому что скорость бега еще ботиночки дают. Там вот тоже домик, кто-то построился, то есть народ развивается, строится рядом с РТ, это, кстати, очень выгодно, ребята, всегда стройтесь рядом с РТ, потому что вы сможете выбегать, ну просто... Каждый там 10 минут просто бегать РТ и лутать. То есть это очень выгодно, это очень классно. И если что, вы сможете быстро аресы домой доносить. И то есть не будете волноваться, как бы добежать до дома, чтобы вас никто не убил и так далее. Тем более, если на сервере нету команды телепортации, тогда вот жить около РТ это прям очень-очень выгодно. И смотрите-ка, ничего нет. Но это стандартный РТ, я вот думал. Я думал, что хотя бы на стандартном, знаете, ну, будет что-нибудь. Я говорю стандартный, потому что, ну, это такой РТ, на котором, ну, самый начальный, по-моему, здесь все бывают, все новички, все, кто вообще только начинает. До этого РТ не так далеко бежать, оно находится рядом с начальным биомом, поэтому я сказал начальный РТ. Вот. Вот там что-то лежит, ребята. Но я, как бы я ни старался, я туда не смогу запрыгнуть. Вот это очень обидно на самом деле, когда есть ящичек, и ты не можешь просто до него достать. Действительно, это такое огорчение. Блин, я все вот сейчас смотрю. Оп. Так, и ничего нету. И, ребята, вообще пока ничего. Но я надеюсь, что где-нибудь, может быть, в глубине, в каком-нибудь из ящичков будет что-нибудь лежать. Че, я просто так это бежал прям сюда. Я надеюсь, что будет что-нибудь. Я все-таки надеюсь. Давайте посмотрим. Вот здесь. Я на этом РТ, ребята, последний раз был, ну, очень давно, действительно, потому что постоянно я лутался только в красном биоме, да, в красной вот этой пустыне, либо в зимнем биоме. А вот это РТ, я уже забыл даже, где тут ящики какие есть и как вообще куда проходить, потому что действительно очень редко здесь бываю. Так, вот тут должен быть, по идее, вход. Так, что-то нашел. Краска, ребята, вот, видите, отлично, кстати, красивая причем. Краска такого лаймового цвета, или как там, светленькая такая, да, классная. То есть, вот, ребята, уже есть красочка, то есть, ну, уже не с пустыми руками я ушел. Это уже радует, на самом деле, настроение у меня уже поднялось. Так, что тут? Можно куда-то запрыгнуть? А смысл есть вообще запрыгивать там? Есть что-нибудь здесь? К сожалению, все. Там, по-моему, вот что-то есть, но мы туда никак с вами не сможем забраться. Поэтому, ребята, переходим тогда через дорогу, тоже лутаем. Тут как бы РТ, оно очень большое, разделено на две, ну, как бы с двух сторон, по обеим стороны дороги. Вот так будет правильно, наверное, сказать. Так, и что тут? Смогу? Нет, даже я там, если бы что-нибудь лежало, я бы не смог туда зайти. Но, ребята, уже есть красочка, то есть уже не с пустыми руками, в принципе, я так и думал, что какую-нибудь краску или какое-нибудь колесо я бы хотя бы нашел, и, в принципе, так и получилось. Так, свинью не будем трогать, пока не агрится, то есть, ясно, только сказал, пока не агрится, и она тут же, просто тут же сагрилась. Забираем жир, жир очень нужен, на динамит, и не только, о, ха-ха, еще одна, ну, вот эта краска, ребята, вторая, которую я подобрал, она, ну, не очень. Так, оп, с первого удара. Она вот, ребята, не очень вторая красочка, но уже, ребята, то есть, смотрите, только краска падает, да? Я думал, хотя бы еще колесо, может, сейчас где найду. Давайте посмотрим. Хотелось бы, на самом деле, и колесико какое-нибудь, а может быть и двигатель, или шестереночку. Почему бы и нет? Вот как я и думал, тут не облутано, потому что никто сейчас не лутается в это время. Я так и думал, что сейчас что-нибудь здесь да найду. Поэтому надо ходить вот на РТ именно в такое время, когда, ну, наибольший шанс вероятности, наибольший шанс, что что-нибудь да найдешь, потому что, ну, действительно, никто не лутается в такое время. Так, здесь вот в трубах ничего нет, обычно еще в трубах, ребята, лежит. Так, давайте проползем. И чё? О, что-то лежит, ну-ка, патроны, пули. Ребята, видите, колесо. Просто колесо, выкидываю я этот апельсин. Просто, ребята, колесо. Колесо. Отлично, колесо, две краски. Давайте еще, чтобы для полного комплекта, ребята, я хочу, знаете что, я хочу двигатель. Все, давайте я сейчас долутаю этот РТ, и мне еще сейчас двигатель выпадет. О, там вот есть что-то. Ребята, это... Так, а что это я не могу подобрать? Сырое мясо. Так, давайте выброшу кору, возьму сырое мясо и съем. Смотрите, вот там что-то еще лежит. Я хочу посмотреть, что здесь лежит, ребята. Хоть бы двигатель. Ладно, 4 стрелы, окей. Ну хотя бы... Смотрите, я уже нормально так облутался, на самом деле, поход. Я думаю,
очень успешный. Главное сейчас дойти до дома, чтобы меня никто не убил. Потому что я знаю, на сервере я пока еще не один. То есть в это время все равно кто-то играет, но... Там, кстати, дом какой-то полусломанный. Так. Ну все, по-моему, я все РТ, ребята, обошел. Давайте еще раз. Так, свинья. Убью ее сейчас. Давайте, давайте. Оп. 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 Сырое мясо и кожа. Вот, немножко кожи подформили. Давайте еще раз пробегусь, вот так по-быстренькому посмотрю. Но, в принципе, я думаю, не будет она так быстро спавниться. Вот, поэтому можно... Так, скорее всего, уже убегать отсюда. Бежать домой, ребята. Ну, в принципе, поход получился довольно-таки насыщенный, потому что... Так, это свинья. Я думал, уже кто-то подъехал, ребята, на машине. Слава богу, что это просто свинья. Я думаю, поход уже, ребята, вышел такой довольно... прибыльный, потому что две краски, колесо, это очень хорошо, поэтому гоним, наверное, домой, посмотрим. Так, это что там? Там что-то заспавнилось? Так, или мне показалось? Нет, мне, скорее всего, показалось. Вот, гоним домой, посмотрим, что с этим можно будет потом сделать. Ну, в принципе, я знаю, надо будет потихоньку собирать машины, поэтому я еще потом побегаю на всякие заводы дальние, на РТ, посмотрю, полутаюсь. Вот, возможно, когда-нибудь и машину соберу такими темпами. Но действительно, после обновления стало намного, ну, во всяком случае, квадроцикл стало намного легче собрать. Потому что, ребята, на самом деле, до обновления на квадроциклах почти никто не ездил, потому что это было не очень выгодно. Смысл было ставить, да, детали от машины на квадроцикл, когда можно было просто поставить на машину, и в разы лучше бы было транспортное средство. А сейчас, когда разделили детали, да, намного стало выгоднее ездить на квадроциклах, потому что чаще, ну, чаще находишь детали на квадроцикл, чем на машину, и поэтому хоть есть какое-то средство передвижения, это очень здорово. Вот, главное сейчас найти дорогу домой, ребята. Потому что я могу заблудиться, но по идее я бежал только по дороге, и свернул вот на полянке, я там обычно рейсы добываю, поэтому я должен, ну, как бы не пробежать ее. Я знаю, где она находится, поэтому бежим, бежим просто с вами, сломя голову. Вот, главное, блин, на самом деле, чтобы меня никто не убил, потому что я не хотел бы терять вот эти две краски и колесо. Вот, это, ну, для меня сейчас это очень хороший лут, в крайнем случае, да, я думаю, на колесо можно даже будет что-нибудь и обменять, если я не буду делать какую-нибудь машину, да, и краску, я могу это все обменять, особенно краска вот эта вот. Она... О, овер присоединился. Это, кстати, не я. Почему-то написал. Это кто-то, видимо, под моим ником зашел. Вот. А, это я открываю, когда там пишет овер присоединился. Это я присоединился, наверное. Да-да-да, ребята, все нормально. Так, смотрите, опять Опа, ловушки, ловушки. Просто здесь кто-то расставил ловушки. Вот это, кстати, краска, я так и не договорил. Она, скорее всего, ну, дорогая, потому что она очень прикольная. Но я бы себе такую машину покрасил и бегал бы именно с таким цветом. Вот, давайте зайца. Ап, не попал. А на самом деле я бы его убил, по идее. Он не лагал, а просто бежал, я бы его убил, если бы попал сейчас. И, кстати, по-моему, у меня уже хватает, ребята, 10 кожи у меня есть. Вот, плюс еще дома есть кожа, и, по-моему, мне действительно хватает на рюкзачок, поэтому я приду еще рюкзак сделаю, наверное. Так, главное бежать эти мины. Так, вот здесь уже кто-то, наверное, разминировал, потому что тут такой проход, кто-то уже, наверное, взорвался на них. Поэтому, хорошо, кстати, что я обратил на это внимание, вот когда сюда бежал, потому что если не обратил, ой, не знаю, чем бы это все кончилось, было бы просто печально. Ну-ка, давай. Давай. Бам, в жбан, тук, все, убил. Кожа, я надеюсь, кожа, пожалуйста. Мне прям кожа... О, отлично, дефицит кожи какой-то у меня прям. Просто дефицит кожи. Так, вот та арочка, ребята. Можно, в принципе, свернуть было, не бежать прям сразу по дороге. Я сделал такой небольшой крючок. Вот. Я бегу к арке, да, поворачиваю налево. Ну, я, в принципе, уже по арочке вот этой ориентируюсь. Знаете, куда бежать, где мой дом. Вот. Ай, я бы сейчас свернул, ребята, но боюсь, что заблужусь. Поэтому сейчас выбегу вот так на дорогу, пробегу мимо арки. И уже там попробую найти дом, потому что, ну, видите, надо сделать себе компас. Не очень я ориентируюсь по карте, вот. Не знаю, ребята, с чем это связано. Так, собираю. О, прикольно выпало, да? Подобрал обычно этот. Ну, по-моему, так всегда выпадает. Что-то я уже просто давно не подбирал такие камни и уже забыл, что из них выпадает вот такая вот... Вот такой вот ресурс. Я не помню, кстати, для чего он нужен там. Вот, потому что давненько я уже ничего сам не крафтил, давненько. Так, бежим, то есть по дороге. И где-то сейчас надо будет сворачивать налево, но я должен вспомнить это место, я потому что постоянно там ресурсы добывал, поэтому, ну, куда. Дальше, да, надо бежать дальше и налево потом. Вот здесь сейчас будет поляна слева. Да,
и мне надо будет сейчас, пробегая вот этот вот холм, вот эту вот скалу, и налево, вот в те какие-то там горы где-то они были. Ой, еще дождь пошел. Ну, кстати, не вовремя. И, ребята, смотрите, я думал, что мне, что я буду замерзать, что мне будет холодно, а на удивление, кстати, мне так не так уж и холодно на самом деле было. Вот, это очень, кстати, здорово. Так, и куда дальше? Хм, ребята, куда дальше? По-моему, вот в те скалы, вот в те горы, да. Да-да-да-да-да. Где-то там я жил, влажный. Да. Бегу правильно, ребята. Слава богу, что хотя бы вспомнил, где находится мой дом. Вот, я вот так помню примерно. По диагонали смотрел на эту скалу и, в принципе, ориентировался вот по этой арке. Кстати, очень прикольно, что сделали вот такие, знаете, ориентиры. Можно ориентироваться вот по таким скалам. Это очень удобно, очень, кстати, классно сделано. Да, я помню вот эту поляну, ребята. Сегодня мы в начале серии на ней лутались. Вот эти домики знакомые, кстати, и соседи у меня уже появились после того, как я видео выложил. Поэтому я думаю, соседи дружелюбные, поэтому я не хочу, чтобы меня кто-нибудь зарейдил. Вот, да и сам я не буду рейдить, наверное, соседей, а побегу в какие-нибудь уже дальние биомы. Там, может быть, кого-нибудь буду рейдить, но это когда еще будет динамит, скорее всего, даже не скоро. Очень даже не скоро. Так, главное добежать до дома сейчас. Ну, да, мне даже сейчас не холодно, потому что я уже в таком теплом биоме нахожусь. Вот, поэтому в нем я могу не волноваться, тем более уже до дома осталось чуть-чуть. Если бы я даже сейчас умер, я бы уже прибежал и забрал свои вещи, поэтому переживать мне особо не стоит. Так, главное добежать сейчас по-быстренькому и все скрафтить. Так, я хотел сделать рюкзак, ребята, и сделать вход в дом, чтобы в дом можно было забегать полегче. Чтобы не надо было прыгать, приседать, все, вот он дом, ребятки, милый домик. О, и созрели апельсинчики, надо будет потом собрать их. Так, заходим. И смотрите, у меня даже, походу, не хватит... Ну, в первую очередь, вот это скидываем. Вот так, дерево. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Все, и уголь. Отлично, ребята, просто шикарно. Давайте я сейчас прям забираю вот это вот все дело. И делаю себе одежда и прям рюкзак. Так, только забыл ниточки. Забыл ниточки, выкладываю нитки. Все, отлично, хотя бы сейчас рюкзак уже себе сделал. Это намного стало удобнее. Вот, добавились две такие ячеечки. Делаем, ребята, я хочу сделать бетон. Материалы бетон. Бетон. А что недостаточно? А, камень. Туплю, ребята, извиняюсь, туплю. Делаем себе 20 бетончика. Так, берем теперь... Вот так, молот, и хочу себе сделать вход, чтобы было действительно удобнее входить. Так, F, рамповый фундамент. Так, и что такое? Так, и что такое? Или не рамповый фундамент, а как мне? Ну вот, да, все правильно, вот так. Все, хорошо, теперь я могу вот прям... Оп, идеально просто забегать и выбегать из дома. Так бы я... Так, ребят, еще хотел бы сделать, знаете что, факел. Настенный факел. Я не помню вообще, где он находится. Механизмы, наверное. Так, и что тут? Нет, наверное, даже не механизмы, а материалы, бетон, бензин, оружие, одежда. Или все-таки в механизмах. Так, давайте посмотрим. Нет. А где тогда? Где тогда находится это все дело? Оружие, ну, наверное, материал. Инструменты. А, да, инструменты. И вот здесь на компас. Что там? Можем сделать компас, ребята. Давайте сделаем компас сразу же. Так. Пока хватает ресурсов, надо делать. Надо пользоваться, ребята, моментом. Потому что эти ресурсы, они потом просто могут улететь. И я даже не пойму, куда я и на что потратил их. Делаем себе компас. Вот, я его сразу положу тогда вот в этот слот последний. И где же у нас, ребята, динамит, стол владельца, строительный молот. Хочу найти прям очень сильно инструмент. А, возможно, вот так. Возможно, вот здесь где-то есть. Не-а. Блин, а где же, как же делается материалы? Так, стол владельца, динамит, строительный молот. Так, слабая нить. Ха-ха. А, вот я... Все, ребята, я очень туплю, на самом деле. Я очень туплю, 40... Оу, 40 жира, мне не хватает. Все, ребята, не хватает, к сожалению, вот. Но я думаю, на этом все равно можно закончить уже серию. В принципе, серия, ребята, получилась довольно насыщенная. Я сбегал на завод,
нашел колесо, нашел две краски, причем одна из них очень крутая. Поэтому, ребята, на этом попрощаемся. С вами был, как всегда, Овер. Если вам понравился ролик, поставьте большой палец вверх. Оставляйте, ребята, положительные комментарии, подписывайтесь на канал. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Если хотите больше роликов по Hard World, пишите об этом, ребята. Будем снимать, будем выкладывать намного чаще. Всем пока-пока.